Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла «Кофейный круг». Для этого нам понадобится 3D-форма. Выглядит она вот так вот. Также я буду использовать белую основу для мыла, пищевой краситель коричневый, отдушку натуральный кофе и пигмент перламутровый серебро. Теперь мы растапливаем основу и заливаем ее в формочку. После того, как основа растоплена, мы добавляем туда пищевой краситель коричневый. И хорошенечко перемешиваем. Далее мы добавляем отдушку натуральный кофе. И также все тщательно перемешиваем. Для того, чтобы придать мылу блеск, мы добавляем немного серебряного перламутра. Тщательно все вымешиваем. После этого заливаем основу в формочку. Оставляем до полного застывания. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло из формы. И вот у нас получился такой ароматный кофейный круг. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!